Кандайбергенов. По закону о земле у тебя мнение какое вообще сейчас? Я лично против аренды и продажи земли иностранцам по причине того, что к нам 2 месяца назад вошли в Казахстан 3 крупных сельхозгиганта китайских. И это говорит о том, что вот этот аукцион, назначенный правительством на 1 июля 2016 года, скорее всего, сделан под них. То есть 3 сельхозгиганта заберут эти 1 700 000 гектаров земли. Что будет с землей? Она будет отравлена пестицидами. В интернете полно исследований русских телекомпаний. Видеозаписи есть, как китайцы вносят неограниченно удобрения, уничтожают. На примере Сибири, Дальнего Востока, да? Да, на РЕН-ТВ вышли. Челябинская. Да, РЕН-ТВ вышли ролики, на ОРТ были ролики, что после того, как китайцы попользуются землей, то в течение 5 лет там больше ничего не растет. Это первое. Во-вторых, они завезут китайскую рабочую силу, наши тогда жители села останутся без работы. Плюс китайцы завезут не просто сельхозработников, но большое количество, с ними приедут жены, дети и прочие родственники. То есть у нас в Казахстане появятся свои чайнатауны. Чем грозит это, всем пример, всем известно. У нас будут крупные чайнатауны. А как известно, китайцы ни в какую культурную среду не интегрируются. Они открывают свои кафе, рестораны, свои школы, свои поселки. И это такая нация, которая не хочет интегрироваться, а наоборот, она ассимилирует и поглощает ту нацию, на землю которую она пришла. Угу. Это первое. Во-вторых, я хотел сказать, что нужно развивать своего сельхозпроизводителя отечественного, который настроен на то, чтобы развивать свое отечественное содержание, где работают наши граждане Казахстана. Я хотел бы, чтобы именно земля ушла нашим гражданам Казахстана, нашему отечественному производителю, чтобы начали работали наши граждане Казахстана. Я за это. Угу. Вот так вот мое мнение по этому земельному акциону. Я лично против. Жер туралы қалай ойлайсыз? Мен жер туралы былай ойлаймын. Мен сол жердің аукционы, мен қарсымын. Мынау аукцион бірінші июльда болады бізде Қазақстан. Мен соған қарсы шығамын. Неге? 2 ай бұрын Қазақстанға кірді 3 Қытайдың компаниясы, ауыл шаруашылық компания, үлкен компания, ұлттық компания. Олар мынау жерді 1 700 000 гектар ол алып кетеді мына жерді. Өздерінің технология алып келеді, жерге удобрение салады, жердің бычынын шығарады. Өздерінің ауыл шаруашылығын еңбекті адамдарына келеді. Біздің кісілер істемейді. Тек қана қытайлар істейді, Қытайдың фирмасы, Қытайдың технология болады. Соған дейін біз білеміз, Ресейде болған уже осындай оқиға. Қытай салады жерге удобрение, өте көп салады. Соның кейін мына жерді бычытын шығарады, ол жер соның кейін жеміс көкөніс бермейді. Мен соған қарсымын. Мен ойлаймын, мынау жер 1 700 000 гектар, ол біздің ұлттық компания, ұлттық ауыл шаруашылық компания алсын мына жерін, біздің азаматтар, Қазақстанның азаматтары жер алсын, тіршілік жасасын, бизнес жасасын. Мен соған ризамын, мен қолдаймын, что тек қана қазақстанский ұлт компания, ауыл шаруашылық компания мынау жерде істеді.